четверкой фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Ведущий группы – подполковник Владимир Мякишев. Летят истребители-бомбардировщики Су-34. Ведущий группы – подполковник Алексей Лобода. Дальнего действия МиГ-31БР. Ведущий группы майор Юрий Ковалев. Летят современные истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-27 и многофункциональные самолеты Су-35С. Ведущий группы полковник Юрий Грицаенко. Знаменитые на весь мир пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» в составе 5 самолетов Су-27 и 4 МиГ-29. Ведущий группы гвардии полковник Андрей Алексеев. Строй воздушно-космических сил России замыкают 6 самолетов штурмовиков Су-25. Они рассвечивают небо над Москвой российским триколором.